Призвался я в 69-м году, в ноябре, демобилизовался, соответственно, в 71-м. Гимнастерку я носил очень браво, красиво, потому что до этого у меня были несколько лет учебы в Московской военно-музыкальной школе. Погоны я надел в 12 лет, если говорить вообще о моем армейском стаже, и в течение 7 лет их носил. С гимнастеркой и вот с этим замечательным ремнем, который я специально сегодня принес показать вам, связана одна очень интересная история. Старики забрали буквально на первый день моего пребывания в карантине. Значит, я утром проснулся, этого ремня уже не было. А надо сказать, что я очень любил гимнастерку. Ну, поскольку с 12 лет ее носил, и я умел ее замечательно носить, как ее носили старики уже перед дембелем. То есть гимнастерка вообще по всей длине никогда не располагалась. Ее надо было немножко подтянуть, здесь расправить и сделать такую фигурную складочку сзади. В это же время подхватиться ремнем и застегнуть ремень так, что здесь уже ни одной складки не оставалось. На спине небольшим горбиком, значит, подтянутые, при этом, значит, галифе ХБ натягивались, сапоги чуть-чуть спускались вниз, пилоточка на бок. Я умел быстрее все аккуратнее заправлять в постель, намотать портянки. Ну, то есть это вообще смешно было. Я смотрел на стариков, которым вот уже пора на дембель, они, которые мучаются и делают с ними. Я говорю, боже мой, что? Я говорю, что вы делаете? Я их учил заматывать портянки. Я делал это мгновенно. Только призвавшись в армию, я уже выглядел как старик-дембель, чего мне, конечно же, не простили. И вот наступила пора первых строевых занятий. А я к тому времени уже прошел 5 парадов на Красной площади в составе группы барабанщиков Московской военно-музыкальной школы. У меня сбежались смотреть все старики и все офицеры. Потому что, ну, 5 парадов на Красной площади просто так из памяти мышц не уходят. Я моментально стал лучшим строевиком гарнизона, и мне на следующий день пришли старики и сказали: знаешь, ты хоть и молодой, но мы были неправы, нас забирай свой ремень, а он кожаный, настоящий кожаный ремень, забирай свой ремень, и больше у тебя его никто не отнимет. И так с первого до последнего дня в армии я отходил со своим ремнем, который получил еще, надел в Московской военно-музыкальной школе. Но потом, после карантина, после 2 месяцев, моя жизнь в армии изменилась. Я перешел плац и оказался в казарме, в которой служил армейский ансамбль, уже служил в качестве вот артиста армейского ансамбля «Песни и пляски» Московского округа противовоздушной обороны. Нас разогнали в профилактических целях из-за нарушений дисциплины, аморалки и употребления спиртных напитков. И отправили нас в строевые части. Я попал во второй отдел, так назывался КИС, контрольно-испытательная станция, отдел КИС. Мы шли на периметр, там стояли такие оцинкованные огромные ангары, туда загонялась ракета, закрывались все двери, и устанавливался режим номер 3. К ракете подсоединяли всю электронику и прогоняли ее, имитировали полет. А режим номер 3 устанавливался, чтобы в это время с вражеского спутника нас, значит, не засекли. Мне дали стремянку высокую. И сразу за боеголовкой, где, собственно, начиналась вся электронная начинка, существовал такой, так называемый, лючок номер 2. Там был такой небольшой приборчик, которыми вели 2 трубки. И мне надо было отсоединить эти латунные трубочки, снять этот маленький приборчик, он назывался ДС, датчик скорости, поставить ДСМ, датчик скорости, модернизированный, приветить к нему эти 2 латунные трубочки, закрыть лючок, повесить пломбочку, опечатать и расписаться. Я стоял в белом халате, и я был красив, горделив. Я, изображая из себя, значит, опытного, значит, специалиста, так снисходительно посматривал на эту толпу, перекусывал пломбы, группа ушла, я поднимаю глаза, и вдруг я вижу, что вместо пломб я перекусил латунную трубку. Я жутко испугался. Сразу закрыл этот люк, повесил пломбочку, а потом меня стали преследовать страшные видения, как ракета идет на полигон, как она взлетает, как она разламывается в воздухе, как гибнут ни в чем не повинные люди. Наконец меня вызывают и говорят: бегом, ночью это происходит. Я докладываю, говорю: товарищ подполковник, рядовой Юматов, прошу приказания, прибыл. Юматов там,
ты кому-нибудь рассказывал о том, что ты сделал? Я говорю, товарищ подполковник, знаете, у меня просто времени не было. Я на кухне посуду мыл, там все. Молодец, Володька. И не рассказывай никому. Не надо. На губу я попал два раза. Первый раз, когда я был дневальным, я просто заснул на посту и зашел какой-то подполковник, дежурный по гарнизону, разбудил меня и сказал: «Дневальный, дневальный». Я говорю: «Тихо, тихо, тихо, снимите ремень и давайте на гауптвахту, только тихо, тихо, тихо. Скажите на гауптвахте, что я вас прислал на трое суток. Идите, не будите бойцов, не будите». Мне говорят: «Два года потеряны, а сколько приобретено? Вы об этом задумывались?» Пальцев на руках и на ногах не хватит, чтобы перечислить все, что дала мне армия. Друзей. Абсолютное понимание того, что значит поступок, того, что такое честь. Драгоценный для меня опыт, что я бы его ни на что не променял.